Заклаген фут. Ну, видимо, вот оттуда его помнят. И сейчас четвертая шайба могла оказаться в воротах. И опять это вот просто убийственное зверское звено Петра Кокова с Мозесом и Умарком. Линас Умар. Если бы это был гол, это ж просто с ума сойти. И все равно момент шикарный, и хоть это и не гол, но когда такие вещи происходят.